Здравствуйте, Юрий. Это видео про ваш переходник с одуванчиком Leica Air Nikon. Я запрограммировал фокусное расстояние 50 мм и также запрограммировал диафрагмы от 2 до 16. Вот, как видите, все меняется. Сейчас я это все упакую. Вот, смотрите, вот он. Вот ваш переходничок. То есть вы откручиваете винты на вашем объективчике. Вот. И ставите вместо вашего байонета, когда вы его снимете, этот байонет. Вероятно, когда вы открутите байонет, там вы увидите шарик. Вот видите, вот эти вот насечки для шарика. Я вам в личной переписке еще дам ссылочку на сайт. И вы там внимательно посмотрите, как заменить байонет на вашем объективе. Спасибо за внимание.